Вы на канале Ирины Ковальчук. Сегодня я буду готовить попкорн из такой вот маленькой кукурузки. Получится безумно вкусное лакомство, которое все покупают в кинотеатрах для просмотра фильмов. А сегодня у нас будет кинотеатр дома. Готовить этот попкорн мы будем без микроволновки, на обычной газовой плите. Можно использовать абсолютно любую. Просто главное иметь большой сосуд, в котором будем, который очень хорошо разогреть перед началом, и подготовить все ингредиенты. Разогреваем растительное масло и высыпаем сюда всю нашу кукурузку. Желательно ее вот так перемешать, чтобы все полностью было в масле. И ждем момента, когда у нас взорвется буквально несколько первых штучек. Я уже подготовила крышку. Как видите, уже первая взорвалась. И все очень быстро происходит. Вот так держу крышку на весу для того, чтобы пар испарялся. Потому что если ее закрыть, то тогда образовывается конденсат. И попкорн слегка отсыревает. Не весь, конечно, но верхний. А вот так можно подержать. И все получится хорошо. Ну и я думаю, что понятно, что ничего сложного в приготовлении такого нету, так что обязательно готовьте, экспериментируйте. По поводу вкуса с солью мне, как кажется, самый вкусный, ну а дальше уже экспериментируйте. Можно добавить копченую паприку, можно васаби, как в сегодняшнем случае я добавляю, можно просто с солью, можно потереть сыр пармезан и горячее. Когда вы только сковородки его достали, горячее присыпать сыром, и будет очень вкусно. Так что желаю вам приятного аппетита и до скорых встреч!